Здорово, чуваки! Это обзоры от mob.org и я Трэш. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим игру под названием «Герои огнем и мечом», представляющую из себя настоящую массовую MMORPG с огромными возможностями, которая придется по душе любому любителю жанра. Выбрав воина, мага или лучника, ты сможешь отправиться в интересный и опасный мир Кардалат с 6 материками, очистив которые, ты сможешь спасти мир и изгнать великих демонов прошлого. Что примечательно, игра полностью на русском языке, так что ты сможешь найти много новых друзей и отправиться с ними в онлайн-сражения, которых тут, кстати, масса. Режимы PvP. Сражения на арене 1 на 1. Командные бои 4 на 4. И массовые махачи 100 на 100 игроков. В игре простое и интуитивно понятное управление, а за счет системы автобоя твой перс сможет сам качаться во время сражения, в то время как ты сможешь спокойно кастовать нужное заклинание. Также, тапнув по необходимому квесту, герой самостоятельно устремится в нужном направлении для выполнения задания. Но не думай, что тебя будут постоянно водить за ручку. Как только ты ознакомишься с миром и возможностями, тебе предстоит прокачиваться, отправляться в рейды с товарищами из гильдии и сражаться с боссами. Тебя ждет более 100 различных инстансов, включая подземелья, рейды, другой мир и многие другие. А отправясь в подземелье Небо Богини прямо сейчас, ты сможешь получить помощника пэта или кольцо с кучей атрибутов. Помимо помощников, тут есть и скакуны, позволяющие быстро перемещаться по обширным локациям. Играй в дотоподобные игры с защитой кристалла и выигрывай награды. А при помощи чата или голосового общения ты сможешь координировать передвижение по полю боя. Безжалостные битвы РК, куча локаций, квестов, шикарное звуковое сопровождение, обширная прокачка, эпические баталии и новые знакомства ждут тебя в серьезной, как я, MMORPG «Герои огнем и мечом». Так что присоединяйся!